улица Ивана Гонты, 3, пятиэтажный кирпичный дом 1966 года постройки. Небольшой, тихий, скромный дворик. Парадные в удовлетворительном состоянии, установлены домофоны, около входов есть скамейки. Есть частично новая детская площадка в тени деревьев, оборудованы места для отдыха. Возле дома супермаркет и парк. Неподалеку детский сад, школа, станция метро, хорошая транспортная развязка. Дом в удовлетворительном состоянии.